Добрый день, мои подписчики! Сегодня на ваш суд, вашему вниманию, представляю сатирическое стихотворение на тему допинга в спорте. Отстранение Национального комитета России от Олимпиад, сборных России от Олимпиад и вообще допинговому скандалу. Вот представьте. Курилка, правительственное здание, один из чиновников говорит. Чиновник. Сегодня видел странный сон. Реальней яви оказался он. Был приглашен на самый верх. Не шутки это и не смех. Паркет дубовый, люстры, бронза. Партийные гуляют бонзы. Я скромно так стою в углу. С докладом папочку замял в дугу. Золотая дверца отворилась. Душа, как кролик, вся забилась. Сейчас шагну я на ковер, по полю минному я как сапер. Все собрались, как на подбор. Видать, стремительный был сбор. Министры все, и старый, млад, глаза у первого горят. С войны вернулся воевода, хитер и ловок от природы. И казначей упрямый здесь, при нем все та же злость и спесь. Министры все и депутаты, обучены общаться матом, сейчас притихли в тишине. Я наяву или во сне? Потоп вселенский, аль пожар, может, у кого смертельный жар? А если вдруг стоит у стен Кремля и урожай сожрала тля? Спокойно и без всякой суеты мне государь сказал, и ты своей отчизны послужи и делом верным докажи. Царь. Знатный ты же интриган, сам и черт тебе не пан. В спорте знаешь все лазейки, закоулки и колейки. Чиновник. Я стою, потупив взор, плохо слышу разговор. Сердце бьется, как у мухи. Докатились все же слухи. Царь. Слышал я, что ты знаток, как течет спортивный ток. Где подмазать сей болид? Спорту нужен айболит. Есть прекрасная идея. Ей давно я душу грею. Кроме армии и флота, мы могем еще чего-то. Примем мы Олимпиаду, чтобы гости были рады. Мы построим город рай. Вся вселенная рыдай. Чиновник. Мурманск, Ханты, Ильямал. Голос мой вдруг задрожал. Нужно выбрать нам столицу. Может, Киров пригодится? Царь. Не мелите ерунды. Как доехать нам туды? Там же нет простых дорог. В грязи вязнет мой сапог. Игры будем делать в Сочи, где красивейшие ночи. Берег моря и прибой. Не захочешь ты домой. Деньги в деле не беда. Мы богаты, господа. Кое-где статьи прижмем, по сусекам наскребем. Важен ты для нас, как спец. В мире зрелищ ты делец. Нынче будешь ты в ответе за победу в эстафете. И в коньках, и в тех же санках, на бабах и на лежанках, и на лыжах, и с винтовкой, на аренах и на бровках. Хоть коварен этот путь, но победу мне добудь. Извивайся, словно уж, повелитель темных душ. Цель оправдывает средства. Это я усвоил с детства. Все простится нам с тобой за триумф наш золотой. Чиновник. Я проснулся весь в поту. Сон прошел, как наяву. Встать с кровати нету мочи. Тут же новость. Игры в Сочи. Спасибо.